Всем привет! Ну вот и выходные. Как их провести, что непременно стоит посетить и как ничего не упустить? Раскрою все секреты прямо сейчас. Сегодня в Самарском художественном музее открывается юбилейная выставка самарского пейзажиста Юрия Скачкова. Консервативный, по мнению некоторых, пейзажный жанр стал для художника прибежищем духа, живописным источником впечатлений. Обращаясь к пейзажу в горести и в радости, автор каждой своей работы вступает в диалог с окружающим миром, внося в картину активное начало. Посмотреть работы можно до 3 мая. А почему бы не пойти в субботу в театр? На сцене Самарской площади «Русский и литература». Действие пьесы разворачивается в провинциальном городке в канун 8 марта. Главные герои узнаваемые и трогательные своими заботами и проблемами. Почти анекдотические зарисовки из жизни маленького городка и его персонажей на удивление легко сочетаются в спектакле с лирической темой любви учителя литературы и его ученицы. Любви романтической и возвышенной в лучших традициях русской классики. Фотография как медиум – лекция, на которой самарцам предлагают выйти за рамки, по крайней мере, фото. Сегодня вечером расскажут о роли фотографии в современном мультимедийном искусстве. Разбор полета пройдет на примерах работ из выставки «После фотографии». Некрасовская 2. Самарская библиотека для молодежи приглашает гостей на художественную выставку «Воспоминания о будущем», в составе которой работы начинающих и самодеятельных художников, посвященные теме космоса в разных художественных техниках – гуашь, акварель, графика, пластилиновая живопись, коллаж. Экспозиция также включает винтажные советские открытки с репродукциями картин советских художников, в том числе летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Алексея Леонова. На этом все. Всего вам доброго. Проведите свои выходные так, чтобы следующая неделя прошла легко и вместе с тем продуктивно. Пока-пока.